Что же с нами происходит? Где Дагестан в своем пути развития? На какой точке в шкале координат? Есть ли, будет ли прорыв? Премьер-министр дал интервью республиканским телевизионщикам и, казалось бы, все точки расставил над «и». Мир вам, я Ханжан Курбанов, и это моя прорывная ремарка. Идем неплохо, со слов первого министра Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова. Опять же, туризм в приоритете. Он мультипликативен, отмечает председатель правительства. Здесь в лидерах Дербент, Самурский лес, Хунзалская плата, Гунибский район и родной для премьера Казбековский район с популярнейшим объектом туризма Главрыба, как поговаривают, принадлежащим генералу Росгвардии, действующему депутату Госдумы. Дагестан посещают послы, республику заинтересовали инвесторы с Ирана, Арабских Эмиратов, Саудии, Иордании. Это все хорошо, надеюсь, это не просто разведка, чего хуже зеваки с восточных стран. Когда премьер-министр говорит об инвестициях, он сразу берет быка за рога и честно признается, большая проблема с землей. И тут же приводит цифры. Абдулмуслимов мастерски, в хорошем смысле, жонглирует ими и знает, о чем говорит. Так, Дагестан — это 4,2 миллиона гектаров земли. Из них 3,2 миллиона гектаров — это земли сельхозназначения. Для инвестора, понятное дело, не совсем годятся, если речь идет о строительстве производственных мощностей. В республике 470 тысяч га – это пашни. И на каждого жителя республики приходится 15 соток земли, тогда как в других регионах России на одного гражданина несколько гектаров земли. А земля, как известно, больше не производится. Что касается проектов, помимо приоритетных, стратегических, утвержденных правительством России, стекольном и обувном кластере, Дагестан задумывается и над проектами ДАК-кожа и ДАК-шерсть для переработки, соответственно, кожи и шерсти крупного и мелкого рогатого скота. И это неудивительно, так как в России наша республика в лидерах, со слов премьера, по мясу, шерсти, винограду, рису, а по линии федеральных Минсельхоза и Минэка постоянно идут субсидии. Премьер-министр Дагестана, что мне лично импонирует, хотя и говорит с оптимизмом, но опять же откровенно признается, пока главный инвестор республики – это государство, то бишь федеральный центр. И спасибо ему за это. Общая финансовая тяжесть проектов Дагестана – 570 миллиардов рублей, которые создадут, реализуем мы их завтра, ни много ни мало, 21 тысяч рабочих мест. В республике есть, наконец появилась своя инвестиционная карта. Ее анонсировали еще весной. А 3 августа на главном информационном портале республики РИА Дагестан глава агентства говорил об инвесткарте в будущем времени. Получит. И, видимо, карте дагестанских сокровищ долго шли. Разные издания говорят о 54 проектах, о 24 площадках, которые попали в эту инвесткарту. На сайте агентства по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан видим карту, кликаем, проекты. Здесь на сайте инвестиционные стандарты. Нажимаю «Фаст-трек», а там подвисает. «Фаст-трек» – это быстрый путь с английского или сопровождение, надеюсь, быстрое сопровождение бизнеса и инвестора до инвестиционной площадки и наилучшая реализация инвестпроекта. Но у нас не только на сайте, но и в жизни подвисают инвестпроекты. Иначе, если смотреть телекартинку, у нас должны были быть толпы инвесторов, рабочие места и, наконец, коммунизм был бы построен или социальный капитализм. Напомню, сейчас мы в фазе вульгарного капитализма с элементами олигархического капитала. Премьер признал, что один вот инвестпроект не состоялся из-за проблем с подключением к электроэнергии. Хотя правительство, даже если инвестор за свой счет создаст инфраструктуру, субсидирует эти расходы. Тем не менее, в Дагестане есть привлекательные площадки. Успешно работает КЭМЗ и завод Гаджиева. В то время, как наши космические корабли бороздят просторы Вселенной. Под заголовок и даже заглавие некоторых госсми взяли реплику премьера
из интервью о том, что инвестор знает, что космические корабли в Дагестане не построишь. А почему нет? Такие проекты серьезно проговаривались несколько лет назад в Ногайских степях. Ну ладно, экология. Так хотя бы малая космонавтика была бы возможна. Видимо, тема космоса, из-за которой слетела с должностей команды агентства по предпринимательству и инвестициям и корпорации развития Дагестана, бередит еще рано, свежо предание. Об этом мы подробно говорили в одном из выпусков «Ремарки» пару лет назад. Так что же там насчет прорыва? Эксперты, с которыми мне удалось поговорить, настроены не столь оптимистично. В понимании категории развития как качественный рост и движение вверх всей социально-экономической системы, Дагестан не получает развития. За последние 10 лет темпы роста ВРП РД составили в среднем 0,8%. Для сравнения, в 1949-79 годах СССР имел темпы роста ВВП около 4,9% в год. Их резкое снижение в 80-х годах стало основной причиной развала Советского Союза. В долгосрочном периоде именно темпы роста определяют развитие. То есть текущие темпы роста не обеспечивают Дагестану развитие. Размер бюджета впервые в современной истории республики на 2023 год уменьшился. И впервые дефицит бюджета составил около 8%. 15,6 миллиарда рублей. То есть бюджет, как один из основных инструментов развития, недостаточен для региона с растущим населением, и размер бюджета должен расти. Развитие за счет нанесения ущерба экологии, что продолжает иметь место в Дагестане, не может считаться развитием в принципе. Два других общепринятых в мире параметров оценки развития, состояние образования и культуры, также оставляют желать лучшего. Причину отсутствия роста назвал отчасти премьер в своем интервью. Мы несколько десятилетий были в состоянии блокады. К этому можно добавить кланово-коррупционную систему республики, которая, как ни крути и как ни отрицай, была одним из главных рисков Дагестана. То, что касается высокого ВРП, о котором говорит председатель правительства, 820 миллиардов рублей, этому можно радоваться, если не сделать поправку на дефицитный бюджет и инфляционный рост. Опять же, деньги, как говорится, на поддержание штанов нам дает добрая Москва, которая на этот раз верит и нашим увещеваниям, и нашим слезам. Большие надежды Мухутдинович возлагает на сельское хозяйство. Всем миром отрасли нужно помогать. Здесь надо бы поддержать и местного производителя, и инвестора. Хорошо идет в этом плане Южный Дагестан. Подключились и структуры Сулеймана Керимова. Здесь садоводство рулит, ну и животноводство не должно отставать. Если к этому добавить наведение порядка в земельно-имущественных отношениях, в энергетике, в газовом хозяйстве, дорогах, без них нет не только туризма, но и инвестор не пойдет по грязным разбитым путям. Ему нужна толковая логистика и быстрые решения. Если все это будет и без подвисания, то будет космос. Все-таки космос. Ага. Космос. Это... Что касается прорыва. Некоторые эксперты, с учетом своего опыта и знаний, не столь оптимистичны. Они говорят о полном отсутствии преемственности, мобилизованности, организованности, справедливости, честности. При всем при этом сложно говорить о пресловутом прорыве. При отсутствии компетентности кадров министров, вице-премьеров, да и уже среднего звена, и их подбора не по подготовленности, а по каким-то иным критериям. Есть у нас парочка людей, которые шепчут первому ху из ху и выдвигают на должности своих соплеменников, друзей, родственников. Опять же, не по эффективным работающим критериям. Смущает меня и мои источники, и служебное поведение, и степень активности, и полное отсутствие самостоятельности дагестанских кадров госслужбы. При всем при этом вряд ли можно говорить о прорывных проектах развития. Кстати, у нас и статистика на обе ноги хромает. Где правду искать, и не знаешь.
Видавшие виды ученые и специалисты дивятся тому, почему это мы любим так хвастаться всем. Рано еще почивать на лаврах и заниматься самоублажением. Работа непочатый край, пока догоняем, инфраструктуру выправляем. А тут ой-ой-ой, как много работы. Работайте, товарищи, и при этом оставайтесь людьми.